Готовимся в штатном режиме. Все понимают, что нам противостоит биться с серьезным соперником, чемпионом мира. Так что ребята все понимают, что это шанс, огромный шанс для нас заявить о себе и показать себя, и как бы выложиться на 100%, биться за страну. И надеюсь, мы не подведем болельщиков и покажем на поле, что мы будем биться всем сердцем за флаг. Обязательно посмотрим обзор, обязательно сделаем, наш тренерский штаб сделает анализ игры, мы обязательно посмотрим игру. Ну, там много игроков звездных, так что на кого-то особо, кто-то особо не симпатизирует, вся команда, большие звезды, большие игроки. Да, много молодых игроков присоединилось, но видно по ним, что у них глаза горят, что они хотят себя показать, хорошие ребята. Тимур Радусельский тоже очень хорошо себя показывает в тренировочном процессе. Так что все готовы, все ребята готовы дать бой. Это очень обидно, конечно, что играем с такой командой и без болельщиков, без нашей поддержки. Это был бы огромный плюс для нас, огромная мотивация. Так что надеюсь, мы почувствуем, как бы наши болельщики будут нас смотреть по телевизору, мы как-то почувствуем это и будем биться.